Привет, с вами Руслан, вы на канале ПАФ, и мы продолжаем играть в игру под названием «Симулятор пограничника». Как-то она так называется, нет, симулятор контрабанды, получается, контрабанд-симулятор, правильно? Правильно. Ладно, смотрим, на прошлой серии я уже не помню, чем мы остановились, давно уже в нее не играл, но задание у нас: вернитесь в офис на посту и получите новые приказы. А, мы пытались там перевести кого-то, что-то сделать, хорошо. Алло, алло, командир, да. Командир, нам удалось выйти на след этого предателя Гаврилова. Сейчас он находится в магазине у Влада. Немедленно поезжайте туда и следите за ним. Он может вывести нас на укрытие повстанцев. Я только за, только сейчас включу кое-что. Так, включаю, поехали. Так, что нам нужно взять? Нам нужны патроны, правильно? У нас есть пистолет и у нас есть 17 патронов. Не густо, хорошо, поехали. Поехали к Владу. Влад, получается, продает всем, даже бандитам, не бандитам. О, фига у нас тут. Снега Дейнара, как я забыл. Так, не понял сейчас. Включаем фары. Посреди ночи, то есть нас разбудили, чтобы мы поехали в магазин у Влада. Помню вот эти вот места, где мы постоянно врезаемся, но мне сейчас чисто по прямой. И ночью вообще на дорогах никого нет, что ли, да? Получается, здесь очень... Хороший. Так, куда нам лучше? Наверное, стоп! Наверное, лучше налево. Вот мы сейчас развернем и по прямой. Нам чисто вот с дороги не съезжать вообще. То есть там вообще не съезжать, прям вот ни на капельку. И мы едем на легковушке. А что нам делать? То есть мы сейчас встретим этого чувака. И получается мы... Вы прикиньте, а? Ее заносит. Вообще, эта машина придумывает. Вот что с ней? Она ее очень жестко заносит. На ней не так круто разгоняться, как... А пробел? Пробел — это тормоз. Хорошо. На ней не так круто разгоняться, как на полицейской той, потому что на той можно спокойно сильно разгоняться, ее не дрифтит. А это прям... Вот, ее прям заносит. Кто ж знал? Так, я его вижу. Так, выключим фары. Мы же агент, тайный агент. Крысеныш, я сейчас тебя... А, мы типа на гражданской... Да что ж такое-то, неудобно сидеть. Мы на гражданской машине. Хорошо, мы сейчас, наверное, поедем за ним. Выключим фары. И без включенных фар поедем. Надеюсь, он не сюда сейчас. Не, он не сюда. Он не сюда. Мы сейчас аккуратненько за ним поедем. На гражданке. На гражданской машине. Просто главное с ним сильно не сближаться. Совсем не подозрительно. На дорогах никого, кроме нас двоих. И явно я не шпион. Я не шпион, это он так думает, я так понимаю. Но на самом деле... На самом деле он ничего не понимает. Я еще какой шпион, и я за ним шпионю. Или он знает и ведет нас в какое-нибудь место, где потом убьет. И опять не попадет, и опять... Так, тут какой-то трейлерный парк. А, нет, эти там мусорная свалка. В смысле, он становится подозрительным, а до этого он не подозрительный. Ну, типа, он как бы предает Акристан, которому мы говорим что? Правильно, слава. Слава Акристану. Быть я на его месте, я бы, наверное, ну, уже начал подозревать, если за нами очень долго... Едет какая-то машина, а на улице просто никого нет. Вообще никого, кроме нас, нет. Не понял сейчас. В смысле, слишком далеко? Не-не-не-не-не. Сейчас заново не хочу ехать. Ой, хорошо. Так, не подозревай. Ой! Назад. Хорошо. Следите за Гавриловым. Где какой-то Splinter Cell, симулятор скрытности, симулятор вождения, симулятор пограничника, симулятор стрельбы, не знаю, этот шутера, симулятор вождения машины, тут симулятор всего. Ну, идемте за ним. Сейчас проверю, на самом деле, запись идет-то вообще или нет. А запись-то идет. Ой-ой-ой, куда ж ты?
Надеюсь, он не как в Assassin's Creed, типа, неожиданно будет поворачиваться. Ого! Фига, она быстро заполняется. Меня самого так поворачивает посмотреть. Хорошо, хорошо, идем. Так, часики мне сказали, встаньте и подвигайтесь, но... Так, пойдем на всякий случай в кусты с тобой, да? Я надеюсь... Блин, нет. Фу, ай-яй-яй, да что ж он такой глазастый, а? Ага. Будем держать дистанцию, чтобы он нас не заметил. Он постоянно осматривается. Так, нам нужно срочно, сейчас знаете куда? Срочно вот сюда. Тихо, тихо. Он по-любому сейчас повернется, не зря такие... Ага, не зря такие штуки нам дают, ни хрена себе. Прикиньте, сейчас заново все это проходить. Пульку бы в бошку ему провесить, да и все. Далековато ты забрался, дружище. Далековато. Не, ну это крысеныш. Опа, вот и домик. Гавриловым. А, это тот мужик, да, которого мы должны были перестрелять, который типа нас убил тогда. Это как раз тот мужик, который убил Сорокупкина. Сарушкина. Не помню, короче, какого-то он там убил. Так, тихо. Следите за Гавриловым. Короче, нашего товарища легендарного, которому мы память отдаем, честь отдаем. В смысле? Окажите сопротивление Гаврилову. Возможность я ваю, а я не там вооруженный. Товарищ, смелее, входите, я не вооружен. Ну-ка, у нас беседа. А нифига. Я знаю, что вы здесь недолго и не знаете всей правды. Этот тиран Акаров избавляется от всех, кто стремится к свободе и демократии. Лидер оппозиции Михайлов Гарин едва выжил после того, как его пытались отравить. Созданный им кровавый кулак сделает все, чтобы остановить эту преступную систему. Вы можете продолжать выполнять приказы коммунистов или присоединиться к нам и спасти эту несчастную страну. О, это тяжелый выбор. Блин, если мы выпустим, мы, наверное, будем бандюгами, да? Я так понимаю. А если арестуем, то мы, наверное, будем, ну, как бы... Законопослушные пограничники. Нас пытаются купить, мы не будем. Арестовываем. Дружище, ты совершаешь большую ошибку. Ну, хорошо. Хорошо, я совершаю ошибку. Ой-ой-ой. Гаврилов знает, что его ждет, но не сопротивляется аресту. Всю дорогу от отдела полиции вы храните молчание. Вы храните молчание, а вы постоянно повторяете про себя его слова. Когда предатель прибыл на место, бывшие друзья устроили ему теплый прием. Блин, ну на самом деле... Вы стали на сторону правительства, плюс 400. Спасибо, я знал, что это окупится. Хорошо, что нам нужно делать? Что нам нужно делать? Наверное, пойти уже отдыхать в нашу, собственно говоря, опочивальню. Открывай ворота. Хорошо, хорошо, отдыхаем. Следующий рабочий день. Я просто хочу работать пограничником. Если бы, наверное, я то выбрал, я бы не смог уже работать. Но потому что или я бы был каким-то агентом под прикрытием, либо фиг его знает. Ну, короче, слава Акаристану. Мы за добро, свет и радость. Подъем, товарищ, вас ждет очередной замечательный день в Акаристане. Так, и что? А, так, идем. Давайте посмотрим, что у нас сегодня. Контрабандисты. Дисты. Накрыв логово контрабандистов, мы обнаружили большое количество лака одного цвета. Цвет машины фиолетовый. Давай, заезжай, не толпимся. Проезжаем. Слава Акаристану. Слава Акаристану. Пожалуйста, придите-ка ваши документики. Нормально ты стекла открываешь? Давай.
Это необходимо, конечно, конечно. Поехали, поехали, поехали смотреть. Королевство РК. Теперь РК мы... не соответствует. Ну все, ты уже не проезжаешь. Ты уже не проезжаешь. К сожалению. Хорошо. Так, мешок цемента. Давайте проверим. Но я, это уже не обязательно на самом деле. Так, это не здесь. А как нам? Выйти-ка из машины. Ладно, ладно. Че, ладно, ладно, ты уже не проезжаешь. Хорошо. 5 багажа. 5. А у него... А у него... А у него еще что там? Подожди. Подожди ты, багаж. Мешок цемента. А он здесь что ли лежит? О, а тут два мешка цемента. Теперь в итоге происходит так, что у тебя еще опись грузов не соответствует. Да что ты делаешь? Опись грузов не соответствует. Ладненько, вы вроде бы не нарушаете. Верните машину. Ничего такого страшного вы не сделали, но... К сожалению, вы дальше не, не проезжаете. Въезд запрещен. Мы еще поквитаемся. Да пожалуйста, завису от друзей, ты знаешь, где меня найти. И слава Кристану. А будешь возникать, ты знаешь, что я могу сделать. Следующий. Вот это я понимаю. Симулятор пограничника. Так, результат досмотра. Что-то я не доделал, да? Хорошо. Фото не соответствует. И правила въезда. А, РК. Снегу Дейнара, Добрый день. Хорошо. Фото. Фото соответствует. Я просто до сих пор, честно вам скажу, не знаю, как вот сверять фотографию. То есть мы можем... фото... А, я понял. Хорошо. Так, ну... Ого, у тебя тут фура. Открывай. Что делать? Сейчас будем сверять. Не понял сейчас. А, все. Так, открываем. Курятки тут у него. Куда он едет? Коровка тут у него. Еще курочки. Хорошие это. Тихо, тихо, не выходим. Блять, я курицу взял. Да? На столе она прям стоит. Так, Максимов. Сука, ну хоть бы рядом стоял. Ну что ж ты за падла, а? Любимая падла, конечно. Так, хорошко Бориша. Хорошко Бориша, снегу Дейнара. Снегу Дейнара. Так, хорошо, теперь давай сверим. Так, это все сходится. Давай проверим твое имя. Хорошо, теперь с этим сверим. Паспорт сверим. Хорошо. Просроченный. Не просроченный. Так. Все сходится, все нормально, но он Республика Кагастам. Республика Кагастам. Республика Кагастам. Ну-ка давай, подожди, проверим. Ничего ли тут у тебя нету? Смотрим, так, закрываем твою дверцу. Закрываем дверцу, закрываем, так. Вроде в порядке. Вроде он даже неплохой мужик. Так, у него вроде бы все. Досмотр завершен. У него же вроде все, да, на самом деле? Да, и фотка, и республика, и это, и то, и все, и. Угу. И нормально. Нормально. Проезжаем. Наконец-то Каристан. Согласен, согласен. Здесь прекрасно жить. Тут каждый день войн по ночам никто не ездит. Полиция предает. Каристан шикарно. Хорошо, хорошо. Идеально, да? Идеально. Так, что у тебя по грузу? Давай сразу открывай багажник. Здравствуйте. Не понял. Так, сейчас не понял. Песок. X1. А ну. Дарейка не Маришу командиру. Конечно, вот, возьмите. Песок 2. Моя семья в опасности. Я должен закончить этот рейс, чтобы отдать долг. Умоляю, пропустите меня. Так, если твоя семья в опасности, объясни мне, почему ты не можешь сделать нормальную опись грузов-то? Ну, сделал опись грузов, все, и провез. Ой.
Блин, я просто... Я молчу, потому что я в замешательстве. Да ладно, давайте одного пропустим. А... Пусть едет. Хорошего дня. Пусть проезжает, пусть проезжает. У него опись неправильная, но... Нет, это было плохое решение. Я надеюсь, что больше такого не повторится. Минус 130. Блин, это чисто, чисто из-за его семьи, на самом деле. Я бы его, мне его не жалко. Открывай. Хорошо, открывай заднюю. Угу, хорошо. Так, открываем. А, привет, привет. Значит, три хлопья к завтраку. Так, документики давай. Возьмите, но не забудьте отдать. Ну, конечно, я с твоим паспортом буду ходить, я уже так говорил. Не понял сейчас. Вот сейчас не понял. Хочешь поторговать? А ты покупаешь? Мешок картошки. А никто из них не берет кофе. Это такой, настолько невыгодный товар. Цвет глаз хотя бы дайте как-нибудь. Блин, я не понимаю, фото его, не его, хрен поймешь. Несоответствие, раз. Соответствие. Просрочен паспорт, ну что ж ты такое, а? Несоответствие, у тебя поддельные документики. Багаж, что у тебя с багажом? 3-3, хорошо. Но ты уже не проезжаешь, дайте-ка проверим его на всякий случай. Опа! Не понял. Стоп. Он прям в машине пусть сидит. Ах ты, хитрец. Выйдите из машины. Рот свой закрой. Ты уже подозреваемый. Так, хорошо. Вытаскиваем это все. Расскажешь мне потом, как это все у тебя здесь оказалось. А пока давайте попробуем. Так, здесь ничего нет. Я думаю, у него больше нигде ничего не будет. Опа. Так, я решил проверить. Деньги, хорошо. Ну и что, вы падаете? Ага, ага. Так, вот крыса-то. Смотри на него, какая тварь оказался, а? А мы его... Не то. Серьезно? Серьезно? Я не могу пари... Потому что... А, у меня есть нож, слава богу. Так. Что у тебя тут еще есть? Бардачок, может быть, нет? Ага, ага. Угу. Не, ну ты мразь, ты мразь, ты уже по... нарушил закон. Так, вы арестованы. Вы арестованы. В смысле ошибку? Ты бабки фальшивые проводишь, дяденька. Заходи, давай без разговорчика. Вас тут уже три. Переполнено, я помню, я помню. Вы должны отвезти заключенного в трамвай или заказать полицейский транспорт. Время недоступно. Хорошо, вызовите снабжение. Нет, нам это не нужно, ничего. Я, знаете, что сделаю? Я сейчас хочу прокачать мою тюрьму. Не мою, нашу. Пикерс там, 900, обалдеть. Ладно. Так, ну-ка. А да? Да, Снегу Дейнара. Снегу Дейнара. Досмотр завершен. Хорошо, результаты. Идеально, отлично. А, так, левая передняя шина, правая задняя шина под водительским сиденьем. Извиняюсь. Под водительским сиденьем. Хорошо. Хорошо. Так, все, мы отвезли. У нас там еще. О, у нас там еще в очереди стоят. Давайте, давайте. Заезжаем, заезжаем, заезжаем. А, подожди, так это фиолетовая машина была. Товарищ, мы только что получили вызов на срочное вмешательство. Возьметесь за это? Новая миссия по вмешательству. Готовы к операции?
Давайте-ка быстро проверим. Нам так, наш осведомитель сообщает о готовящемся нападении банды Абернакова на отдел полиции. Поможете защитить отдел? Принять. Добей до места, прежде чем истечет время. Так, мужик, ты остаешься здесь. Я забрал твой паспорт. Так, быстро. Да. Так, все, поехали. Поехали. Нам куда? А, нам чисто по прямой, да? По прямой едем в отдел полиции. Оп. Побибикай мне тут. Так, у нас машина уже лучше стала. Мы же тогда ее прокачали, но она также все без стекол. И нам нужно включить фары. Сирены. Включай. Подожди, выключи фары. Очень неудобное управление, кошмар. И сидеть что-то неудобно, у меня вся задница болит уже. А потому что надо вставать, разминаться, потому что надо кровь как-то чуть немножко разгонять. Кто опять врезался? Какая тварь? А я не понял, а где музыка? Все, мы почти приехали уже. Помогите вам делу устранить проблему. Так, хорошо. Выходим отсюда. Пошли. Так, я готов. Ага, мужики, пойдем. Пойдем. Петрович, наливай. Ага. Обалдеть, а как правительство их еще не уничтожило? Зараза. Есть один? Один готов? А, у меня 134 патрона. Вы что, больные? Я экономлю их. Попал. Ну и что? Так, что там еще? Зараза. Что-то я косой какой-то, нет? Да убит его! Тихо. Хорошо. Так. Кого? А, вот. Вот я осел. Я просто. Ай, не, 800 баксов не очень нужно. Мы еще раз поедем. А, все, мы уже доехали. Слава богу. Берем пистолет, у нас 134 патрона. Просто я хотел, короче, подбегать к ним, собирать лут, потому что потом они все пропадают. Так, сразу сближаемся. Пока они вот любители гранатки позакидывать. Все-таки в голову с одного выстрела убивает. Я думал, неважно, куда стреляешь, типа везде одинаково урон. Смотри. Оп, сейчас. Оп, умер. Так, этот к нам ближе подходит. Этого надо первого забирать. Готов? Просто, походу, в катсцене тогда, в прологе. Ой-ой-ой! Так. Самый умный тут? Да умри ты, господи, что это такое? 5 пуль тебя высадил, умри. Еее, отлично. Ага, а они меня не видят, типа, да? Типа я половину роты их положил. Да попади ты. Отлично. Так, у нас уже 72 патрона, обалдеть. Готов. Сколько осталось? 2? Ну, с двумя мы как-нибудь разберемся. Хорошо. Блинский, хотел собрать что-нибудь. Дробовик там. Опа, вот как это подобрать? Ну вот же оно валяется. Ну возьми-то, и патроны есть, и все есть. И люди пропали. Эх, игра. Как ты так?
На пограничном проходе между ждут приезжие. Вернитесь на пост, чтобы продолжить работу. На пограничном переходе. Хорошо, я согласен. Не спасибо, ничего не сказали. Мы, кстати, сюда ехали, сейчас надо было взять по пути контрабанду. А есть контрабанда, успеем мы? Да мы успеем, времени там много. У меня есть просто сейчас контрабанда, по-моему, фальшивые бабки. Заодно и... Так, давай быстрее только, давай. Угу. Все, хорошо, передано 5 фальшивых пачек. Да, ровный контрабанд. Хорошо, ровный контрабанд, без проблем. Едем дальше. Мы за правительство, короче. А если бы за преступников, мы бы, наверное, атаковали вот эти посты. И кто-то вместо нас бы работал. Ну, я так думаю. Да фары выключи. Все, поехали, быстренько. Полицейского не давим, никого не давим. Нам в эту сторону, в эту. Все, по прямой. Музычку-то включи, ну. Куда, сюда? Хорошо. И времени еще дофига. Можно вообще не торопиться. На самом деле. Мне просто такое чувство, что нас сейчас встретят и убьют. Ну, типа, засада будет какая-то. Не знаю, почему у меня такое это, но я думаю, такого не будет, но почему-то такое чувство. И я весь в концентрации. Весь... Это кто? А. Так, своего главное не задавить. Хорошо. А, так, это надо выключить сирену. Хорошо. Все. Мужик, не волнуйся. Не знаю, сколько он меня ждал. С возвращением. 800 голды, много денег. Так. Ой, подожди, мужик, стоп. Давай проверим быстренько тебя. Если никаких проблем... Привет, ну привет, у меня уже твой паспорт. Так. Вроде-то ничего такого нет, да? Хорошо, проверяем тогда документики. Так. Выйти, пожалуйста, запредите-ка документики. Давайте быстро посмотрим. И если все в порядке, я вас также быстро отпущу. Так. Угу. Все, у нас закончилась эта стамина или что это такое. Так, S15 PUG9K. На фотке явно вы. Либо вы так хорошо делитесь. Так, все, досмотр разрешен, на этом все. Пожалуйста. Пожалуйста, заезжайте. Ай-яй-яй. А, он без товаров. RK можно только те, кто с товарами. А он без товаров, нормальный мужик с открытым капотом. Почему нет? Это был последний. Теперь можете заняться своими делами. Хорошо. Я думаю, пойдем сюда. Первым же делом мы... Может, нанять нового сотрудника? Че, пусть стоит. Постовой. Пистолет у него будет. Постовой Ковальский. Вот Ковальского 250 он. Москович. Не, давайте Ковальский. Возьмем. Пусть будет. Так, полицейская машина. Для нужд силовых структур после реформы полиции стала штатным каждого подразделения. В просторечии полицейские называют ее картошкой. Хорошо. Усовершенствована версия легендарного Завет Т7, приспособленная для нужд полиции, используется в качестве полицейской машины для преследования и разведки. Отличается высокой скоростью и малой грузоподъемностью. А мы, то есть, не можем, да? Так. Самая большая полицейская машина на службе полиции первоначально предназначалась для подавления уличных... Самая большая полицейская машина на службе полиции первоначально предназначалась для подавления уличных беспорядков, модифицирована для нужд пограничников для перевозки заключенных и грузов. Вот это клево. То есть она бронированная, но по ней видно, что она как будто бронированная. По хате, я думаю, пока не стоит нам прокачивать, склад не стоит. Я хотел прокачать, но я думаю, пока не буду. Я, наверное, накоплю на эту нет, а вот эту да. Эту, да, я точно возьму. И да, еще там. Ой, а тут здесь вообще. Сколько у нас тут? Вот это все возьмем сразу с собой. Потому что в прошлый раз... Так, мужики, вы тут? Может, Молодцы. Не, деньги пока тратить не буду. Оставлю пока бабки. Так, ну все, сегодняшний день закончился, правильно? Пора отправляться ко сну.
Начнем новый день. I love a Christian. Я только заметил. Спим, все. Не, мне вот этой хаты хватит, я думаю. Еще на долгое время. День 9. Расходы 215. Содержание автомобилей. Зарплата сотрудников. Содержание собственности. Улучшение. Неправильные досмотры. Ну да, да. Сколько у нас сегодня... Сколько у нас сегодня? 1317. Хорошо. Долой тунеянство. Вчера генеральный секретарь подписал закон о всеобщей трудовой повинности. Однако есть профессии, которые в нашей стране уже не нужны. Вы найдете их список на информационном щите. Хорошо, я думаю, мы на этом закончим. Видео получилось насыщенным, интересным. Я надеюсь, кому-нибудь, одному человеку, который меня смотрит, и то это я. Ладно, в общем, спасибо, что посмотрели. С вами был Руслан. Подписывайтесь на канал, оценивайте, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, ребяточки, всем пока.